За 6 месяцев этого года в Альметьевском районе зарегистрировано 962 преступления. Это на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем связано такое увеличение, рассказал заместитель начальника отдела МВД по Альметьевскому району Ленар Рахматуллин. Рост общего числа зарегистрированных преступлений произошел в результате увеличения количества имущественных преступлений на 145 фактов больше. В первую очередь это кражи на 137 фактов. При этом общий рост преступности зарегистрирован в большинстве районов нашей республики в целом. Значительное влияние на уровень преступности продолжает оказывать кражи, совершенные путем списания денежных средств с банковских карт, а также мошенничество. Большинство фактов мошенничества связаны с онлайн покупками или продажами. Несмотря на все предупреждения, люди продолжают доверять незнакомцам. Тем более в сети. Самый надежный способ обезопасить себя от любых мошенников – не передавать никому свои личные данные. Преступления в сфере высоких технологий трудно раскрываемы и трудно доказуемы, но результаты все же есть. И для организации данной работы в отделе создана специализированная следственная оперативная группа. В результате работы данной группы к уголовной ответственности за кражи путем списания денежных средств и мошенничества с использованием сотовой связи и сети интернет в отношении 18 жителей нашего города возбуждены уголовные дела. С начала года было раскрыто и передано в суд 516 уголовных дел. Из них 92 дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. Приоритетом остается борьба с незаконным оборотом наркотиков. С января по июнь задержано 12 наркосбытчиков. В июле текущего года сотрудниками подразделения ОНК задержано трое несовершеннолетних, занимавшихся сбытом синтетических наркотических средств, из которых один студент ТИСБИ, второй учащийся школы номер 7, а третий учащийся 8 класса лицея номер 2. При этом хотелось бы отметить, что уже не первый раз ученики данного лицея задерживаются за участие в наркобизнесе. Правонарушения подростков – это чаще всего недостаток контроля со стороны родителей и педагогов. Но есть и другие предпосылки, например, плохая компания. Не заметить эту ситуацию, конечно, мы никак не могли. Наверняка какие-то предпосылки могли, можно было обратить на эти факты там, классному руководителю, директору школы. Этот анализ должен быть очень глубоко проведен, учитывая тот опыт, который уже был. Не менее актуальным остается вопрос с мигрантами. В Альметьевском районе проживает 6145 иностранных граждан. Из них 885 с видом на жительство и разрешением на временное проживание. За полгода выявлено 8 фактов фиктивной постановки на учет. 231 нарушение правил въезда на территорию страны. В отношении 27 человек принято решение о принудительном выдворении. И еще четверо лишились вида на жительство. Елена Марданшина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.